и вино. И во время литургии, за этой службой, хлеб и вино, они освящаются, они становятся, перестают быть хлебом и вином, а чем становятся? Плотью и кровью Христа. Вот когда Великий пост, а сейчас Великий пост, такая литургия совершается только в субботу или воскресенье. Сегодня среда. И для того, чтобы дать людям возможность причаститься, поступает таким образом. Воскресенье за службой освящается не один, а три хлеба. И одним освятили, люди причащаются в воскресенье. Один оставляется на среду, один на пятницу. Соответственно, сегодня уже привезли освященное тело и кровь Христу, кровь Христова. Сейчас быть рядом с Ним, здесь, на земле еще. Потом сподобил, может быть, и в будущей жизни. Вот. И чтобы мы смогли причаститься святых Христов. Служба очень, вот так сравнительно с другими, совсем коротенькая, маленькая. Поэтому надо успеть, чтобы не, сам не задумался, то раз и кончилось, и жалко. От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Восходят горы и нисходят поля, место еже основал еси и где положил еси его же не приедут, ниже обратятся покрытие земли. Высылая источники в дебрях посреди гор. От запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся. Восходят горы и нисходят поля, место еже основал еси и где положил еси его же не приедут, ниже обратятся покрытие земли. Высылая источники в дебрях посреди гор, пройдут воды, напояются звери сильные, ждут анагры в жажду свою. На ты птицы небесные прилетают от среды камня до луну во времена солнца позна запад свой. Положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни. С кем не рыкающие, восхитите, взыскайте от Бога пищу себе. Во сия солнце собравшись и в ложек своих лягут. И сидит человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличившихся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси. Исполнись земля, твари Твои я, сие море великое и пространное. И спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.